Господи, что еще? Я же просила не названивать, не попусти. Да я не могу объяснить это по телефону. У нас в салоне пропадают вещи. Помоги мне с расследованием. Как же ты достал. Вань, ты что, подкатываешь ко мне? Нафига ты притащил меня ночью в свой салон? Кажется, кто-то идет. Скорее, прячемся, я же говорил. Надевай махилы, туалет там, чай, кофе, зарядить телефон нужно? Нет, спасибо. Прикольный салон. Ты здесь один работаешь или с кем-то? Нет, это все мое. Я не верю своим глазам. Он как две капли воды похож на меня. Он что, из параллельного мира? Похоже, в том мире ты более успешный тату-мастер. У тебя никогда не было таких клиентов. Подожди, кажется, здесь кто-то есть. Ребята, какой хера вы тут делаете? Посторонним здесь находиться нельзя. Это тату-салон, а не приют. Если вам негде переночевать или нечего пожрать, ну, возьмите вот мелочи, но я должен вас выгнать. Он даже не узнал меня, представляешь? Что за взгляд? Ты не веришь мне? Ты правда вытащил меня, только чтобы рассказать, как ты из мультивселенной сам у себя воруешь тату-расходники? У тебя проблемы с головой, тебе надо к врачу, больной ублюдок.